Запасы нефти в США за неделю снизились. Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю снизились на 1,4 миллиона баррелей, до 407,4 миллиона баррелей. Запасы нефти в США, исключая стратегический резерв, за неделю уменьшились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, сообщает Reuters. К 3 августа коммерческие запасы нефти в стране составляли 407,4 миллиона баррелей. При этом снижение оказалось не таким сильным, как ожидали аналитики. Эксперты прогнозировали, что запасы уменьшатся на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 405,9 миллиона баррелей. Цены на нефть резко снижаются из-за Китая и США. Ранее сообщалось, что в июле число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире выросло по итогам третьего месяца подряд и достигло максимума с февраля текущего года. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.